там первая машина, вот наша вторая машина. И мы едем в Алтын-Емель. Алтын-Емель находится в 4 часах в сторону Тутукургана. Это такая, не знаю, что это, пещера, ущелье, ой, пещера, пустыня, там очень жарко. Вот, и мы сейчас отправляемся туда, мы еще только выезжаем из города, где-то 4 часа, и потом будет бездорожье вообще просто. Этот опыт для меня важен, вот наши там мужчины, там просто гигантские мужчины, это просто ужас. Площадки, где будут проходить съемки, и получается это каждый день по часу в пустыне, и это такой сюрприз для меня. Вот мы сегодня целый день просто в дороге, доедем до Аула, и завтра будем уже приступать к съемкам. Сейчас уже 11:31, мы померили костюмы, поужинали, померили костюмы, и сейчас мы поедем уже спать. Короче, съемки начинаются с 5 утра, дорога, грим. Such nice experience. Вот. Доброе утро, друзья. Я решила выйти прогуляться. Мы остановились вот в небольшом ауле. А вообще, съемочный день он всегда будет по-разному. Вчера, например, в час закончили ребята. И сегодня говорили, что в 5 встанем, ну, нужно будет в 5 выехать, но чуть-чуть планы поменялись. Вот. Приехали. Наша команда вот тут все делает. В общем, жду, в этом сижу в автобусе, микроавтобусе. Сейчас позовут, пойду гримироваться, переодеваться. Вообще жесть, жара. Мы приехали в Алтын-Емель. Здесь очень жарко. Ветер просто, это пустыня просто. Вон там дамочки. Устанавливают душ. Крутотень. Вот сейчас мы с тобой расходимся. Почему? Нет, почему я... Аритик, что ты не подхватываешь? Да, чего вы такие не подхватываете? Если все подхватите, все можно. Могу, могу. Не-не-не-не. Нет, такое уже было. Е-е-е-е-е-е. 5 утра, день второй. Сегодня начнутся съемки пораньше, съедем на завтрак. И потом опять на съемки. Там ставят площадку. Но пока я что. Я в жизни в Австралию. Я надела шляпу, мне она нравится. Мы сегодня приехали в 8 утра. Вот, вон там идет процесс. А я вот тут хожу в пустыне. Упс. Житель. Ты ваша роль. Нет, у вас там слова. А, в смысле, это ты видишь? Житель, да? Я говорю, вождь. Они ушли. Кто ушли? А подождите, не так далеко. У нас беда. Что случилось? Нет, 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 нет. Ну ты бежал, здесь должна быть одышка. Вождь, у нас беда. Что? Что случилось? Они ушли. Кто они? Кто ушли? Ну, племя рабочих, которых постоянно забили. Они исчезли. Как исчезли? Ну, может, они просто... А, как исчезли? Может, они просто ушли, там, тимбилдинг, не знаю. Нет. Все, мы умрем. Все, мы умрем! 11
9 утра, мы приехали на съемочную площадку в 8, но сейчас поедем обратно, потому что поднялся ветер. Вы все поняли, о чем мы говорим? Вот, и сегодняшний день окончен. Да. Так что у меня будет сейчас время для себя любимого. Ну. Погода просто отвратительная. Ветер очень сильный, и поэтому наши съемки завершились в 11 часов дня. Мы уже пообедали. Я этим временем побегала вот здесь. Запиши это. А я еще видеодневники веду. Да, давайте чем скажете. Она несчастна. Ехала. Эй, ты актер или кто? У тебя есть парень. Века. Просто бежат. Вау. Forever. Это мой класс. Кто проживает на океане? Дикари. Красавчики. Все, я побежал.